Каска – это единственный способ общения между рабочими, потому что все рабочие стран Европы трудятся для того, чтобы телезрителю и конкурсанту было хорошо. Это самая лучшая передвижная станция в России. Благодаря этой машине и этой системе будет транслироваться Евровидение в прямом эфире во всех 42 странах. Кстати, эта ПТС использовалась в 2008 году на Олимпиаде в Пекине.